В зале самая активная часть анапчан серебряного возраста. Все они принимают участие в городских мероприятиях, организовывают досуг для своих сверстников, проводят патриотическую работу с молодежью. За многолетний добросовестный труд активистов наградили грамотами администрации города и памятными подарками. А музыкальные коллективы клуба подготовили специальную программу, посвященную 80-летию со дня основания Краснодарского края. Валентина Степановна Хиониди – первый руководитель клуба. Вспоминает, как все начиналось 21 год назад. Людей было немного, ветхое деревянное помещение. Однако трудности были не только материальные. Было очень трудно работать, потому что первыми были... Я пришла, и все ветераны войны. Мама моя, донская казачка, она меня всегда приучала. Вот придет старшее поколение, например, надо всегда им ручки поцеловать, всегда кофе подать, всегда с уважением. Сегодня в клуб входит 16 общественных объединений, а это около 600 человек. Благодаря поддержке администрации появилось собственное большое светлое помещение. На мероприятии подвели итоги года и наметили план работ на будущее. Не забыли и про новогодние поздравления. В шутливой форме артисты передали эстафету от уходящего года огненного петуха к приходящему году желтой собаки. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа регион.